Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на видеообзоры от Poblito. Сегодня у нас интересный гость. Это нагрудное крепление Chest Mount Harness от известного производителя экшн-камер и аксессуаров GoPro. Давайте познакомимся с ним поближе. Само крепление пришло в таком вот тканевом мешке, который изготовлен из нейлона черного цвета. И застегивается на затяжку с черным кордстопом. Внутри данного мешка, который, кстати, достаточно удобным и делает компактным сам харнес и удобным для транспортировки, находится, собственно, виновник обзора. Креплением для GoPro камеры, которая достаточно плотно застегивается, потому что еще новая. У меня даже не хватает здоровья его расстегнуть с первого раза. Вот, получилось. Вот, что она из себя представляет? Вы видите, что это пластиковая база и эластичные ремни с возможностью регулировать их по объему, как по высоте, так и по объему, позволяя настроить крепление на индивидуумов с разной конституцией, в одежде или без. Также в самом креплении нету металлических никаких деталей, что позволяет использовать его и в воде. Одевается он очень легко, фастекс расстегивается. Один из них закреплен, чтобы это можно было сделать одной рукой. Вот, при помощи пряжек, как я сказал, она регулируется по объему. Сидит плотно. Чем интересно данное крепление? Оно интересно тем, что наиболее устойчивое положение камера занимает, находясь на корпусе человека. То есть сам корпус человека играет роль стабилизатора, при этом повторяя движение человека. Получается интересная картинка, такой вид от первого лица, но при этом более стабилизировано, с меньшим дрожанием. Например, расположение камеры на самом подвесной системе. Крепление, я считаю, одно из самых нужных. Благодаря ему можно снимать интересное видео, при этом не боясь, что камера слетит. Оно очень устойчиво ее фиксирует, вы видите. И в принципе оно очень расширяет функционал камеры. Более детально на этом аксессуары я остановлю в своем обзоре. Спасибо, что оставались с нами. Подписывайтесь на видеоканал, читайте блог. И всего вам доброго. До новых встреч.